для государственной поддержки инвестиционных проектов, которые реализуются в черте монопрофильных муниципальных образований, которым является в том числе город Елабуга, для подобного рода девелоперских проектов могут применяться различные меры поддержки. Данные объекты воспользовались тремя. Первая мера поддержки – это выделение земельного участка в черте муниципального образования в аренду для девелопера без проведения торгов по критерию масштабный инвестиционный проект. Вторая мера поддержки – это строительство за счет субсидий Фонда развития моногородов с софинансированием бюджета Республики Татарстан всей подводящей внутренней инженерной коммуникации объекта, подъездные пути, электрика, газ, вода, водоотвод, ливневая канализация, ограждение и другие моменты. Третья мера поддержки, которой воспользовался девелопер данного проекта, это налоговые льготы. Республика Татарстан может предоставить снижение ставки по налогу на прибыль, поступающую в бюджет субъекта Российской Федерации, и может предоставить снижение ставки по налогу на недвижимое имущество, которое является республиканским налогом. Собственно говоря, это позволяет экономить инвестору серьезные деньги, ну, в частности, например, на инфраструктуру, на строительство, было потрачено порядка 190 миллионов рублей, и фактически это были бюджетные деньги, то есть в данном случае девелоперская компания не тратилась на это, и это очень хорошая помощь в реализации проекта, которая, опять же, выражается в сокращении срока окупаемости, доходности проекта и других параметров.